висячие сады. Элита отдыхала здесь, утомившись от ничего не делания. Мертвые встретили его с распростертыми объятиями. В смысле? Все-таки катастрофа забрала всех. Серые неподвижные лица являются тому доказательством. Он не особо рад видеть их, не в таком виде. То есть это мертвые после катастрофы? Офигеть. Эти люди не знали, что их постигнет такая участь, но кто-то знал о катастрофе, и этот кто-то недалеко. Кто? Кто этот кто-то? Это был кто-то вроде него. Ух ты, человек! Парень удивился, увидев его там, выживший. Наткнулся на одно или два препятствия, пытаясь добраться. Он не собирался останавливаться, что бы ни случилось. У него уже так много вопросов к выжившему. Просто нет времени для ответов. Братья Тюндер не пережили катастрофу. Они даже никогда не были за стенами. Норди Птичник не выжил. Джонсон не выжили. Грейди старший, Грейди младший не выжили. Но он выжил. Так, там что-то есть. Ну, я не буду искать путь к нему. Только представь, без этого человека мы бы не оказались там, где мы сейчас. Ядро сохранилось, это хорошо. Парень делает то, что он должен. Что сказать человеку, который пережил слишком много? Парень не имеет ни малейшего понятия. Он говорит вот что. Идем со мной. Пожалуйста. Выживший согласился вернуться в бастион. Интересно, кто это? Надо отметить, у него прекрасные манеры. Сказал, что его зовут Зулф. Не скрывает, что он из народа Ура, таких как он редко когда можно увидеть в Каэлондии. Он был рад увидеть еще одного выжившего, точнее выживших. Парень и я представились ему. Ему и друг другу в первый раз. Для Зулфа Каэлондия была вторым домом. Он, конечно, волновался и о своем первом доме, находящемся далеко на востоке. Так, мы все потеряли близких нам людей из-за катастрофы, сказал Зулф. Я не знаю, как справлюсь со своей потерей. Зулф предложил помочь мне спланировать перемещение по небесным путям для парня. По крайней мере, катастрофа не затронула звезды, сказал он. Парень поприветствовал Зулф, но тот был погружен в свои мысли. Отлично, так значит еще один выживший. Неплохо. Ядра, они помнят. Вот почему это место восстанавливается. Вот почему все будет хорошо. Так что можно построить. Вы только посмотрите, что у нас здесь. Так, мемориал. Черт же так. Просто нужно выбрать место, где мы можем построить. Так.
сохранятся записи деяний прошлого и будущего. Те, кто не помнит прошлого, обречены повторить свои ошибки. Так, бюро находок восстанавливает различные ценные вещи. Просто нужно выбрать место, где его можно построить. Так, окей, значит, построим мемориал. Доступны новые службы. Мемориал. Здесь парень отдает должное старому миру и получает заслуженное в новом мире. Так, это типа квесты какие-то. Так, построить колонский мемориал. Построим. Так. Прощание. Всего лишь один из моих набросков и ничего более. Так, значит, заработайте первый приз, заберите небольшое количество памятных вещей. Выучите нужное количество секретных навыков, соберите нужное количество фрагментов в своих путешествиях. Квесты. Обычные квесты. Словами не описать того, что случилось, но мне это все, что у меня есть. Так. Больше они ничего не скажут. Посмотрю, что у нас спросила Аня. Так, все, я оставим. Так, что у нас в винокурне? Слот еще один не открыт. Кузница. Кузница тоже ничего нет. Ну, поехали дальше.